Вітаємо з перемогою. Але, в принципі, гра так десь була на ножах. Був момент, коли могли і відкатитися. Був такий момент, да. Ну, діло в тому, що ми грали шестером, без замін. Вот. Сложно нам пока собираться большим коллективом, работаем над этим. А значит, по игре могу сказать, что планировали первые минуты провести активно, забить несколько голов, повести в счете и там уже от обороны сыграть. Но так получилось, что шли нога в ногу, да. А где-то мы больше немножко реализовали, сыграли, наверное, немножко хитрее, я бы так сказал. Коли зрозуміло, що ну, гра вже ваша, не віддасте? Наверное, под самый конец, когда забили уже вот в три гола, да, мы повели. Вот было удаление, пробили штрафной, потом еще забили. А вот тогда было такое ощущение, но опять же, это было такое очень опасное, да, ощущение, потому что могли в конце проиграть. Результат справедливый? Да, да, я думаю, справедливый результат по игре. Если бы у нас было бы больше человек на лавке, да, мы бы где-то съезжали игру, я думаю, что было бы проще. А так все по игре, да. С перемогой. Спасибо большое.